Всем привет, мои многоуважаемые подписчики и всем, кто смотрит мой канал. Извините, что долго не записывали, у нас еще не ушел лед. Сегодня мы приехали ставить березовый сок. Посмотрим, поставим. Потому что пока лед не ушел, мы приехали поставить сок, собрать. Смотрите, какие места у нас. Березнячок. Снег еще лежит вовсю, ребят. Сейчас мы поставим сачок. Вот, как-то так. Ну все, пойдемте ставить. Берите бутылки, пойдем. Андрюша, иди сюда, мой дорогой. Иди сюда. Нашли деревце. Бьем желоба. Сейчас будем ставить, как будет она будет у нас бежать. Солнышко сегодня первый день, ребята. Ну, первую вы поставили. Первую. Природа. Березнячок. Красиво, ребята. Солнышко сегодня первый день. То у нас снег тут валил, ребят. Как-то так. Как-то так. Вот сверлим мы. Дырочку. О, уже побежал сачок. О. И ставим баночку желоб. Забиваем. О, течет, течет. Давай желоб бей. Дай мне что прибить. Надо мне, а ты будешь ероманчик. Ну да. Желоб сейчас забьет, Андрюк. Вот так вот мы и собираем сачок. Поставили еще одну баночку. Сейчас привяжем. Лежит сачок понемножку. Вот. Завтра приедем, будем проверять, делать квас. Вкусный до ужаса. Природка наша сегодня дает нам солнышко. Хорошо, хорошо вообще в тайге, ребята. Отлично, прекрасно. Лес, березнячок. Вообще исключительно. Ну, еще только снег у нас. Ну, вот наша первая баночка. А вон вторая баночка. Там вон третья баночка. Поставим баночек 6. Ну, идти, конечно, и у нас еще снег, ребята. Сачок бежит. Вкусно будет. И вон там у нас еще баночка. Сейчас ребята еще вон там поставят. Ну, это последнее ставим. Андрюха замеряется. Будем последнее ставить. Вон у нас одна баночка. Вторая. Третья, четвертая. Там вон пятая. И вот сейчас вот здесь мы еще одну поставим. Он даже сразу побежала. Хорошо бежит. Ну как-то так, ребята. Завтра приедем, посмотрим, что у нас набралось. И покажем, как мы делаем квас. Ну вот, мы на выход собрались. Все поставили.
как-то так. Вперед на выход. Ну вот, ребята, мы приехали сегодня проверить, сколько у нас там накапало сока. Посмотрим, что мы там набрали сегодня. Баночки берите, ребята, переливать. Ну вот, пойдемте поглядим. Вчера мы поставили березовый сачок. Сегодня приехали посмотреть, что у нас набралось. Еще снежочек, конечно, холодно, не знаю, будет ли сачок у нас. Но подтаяло, ребята, здорово, конечно. Подтаяло здорово. Снег ушел. Идем. Сейчас мы посмотрим, что у нас там. Вижу я первую бутылочку. Интересно, что же у нас там набралось? О, сачок есть, ребята. Есть сок. Пол банки в одной. Переливайте сразу. Миша, иди. Ты вороночку взял у деда? Давай. Пол банки в одной. О, почти пол банки во второй. Андрюха, здесь, короче, она с это и проходит. Не попадает. Иди, переливайте, Андрей. Во второй. Не попадает, ребята, оттаяло и промахивается. Идем дальше смотреть. О, почти полная одна. О, отлично, третья у нас почти полная. Ничего не замерзло, ребята, вообще шикардос. Сегодня мы будем делать квас. Так. В этой у нас тоже половинка. Блин, ребята, сегодня сделаем квасок. Вкуснейший квас. Ну, идем мы еще сейчас одну посмотрим. В принципе, там еще одна у нас. Смотрим. Ну и здесь, ну здесь холодно, видимо. Капает, идет, ну маловато. Маловато. Покажи, Мих, сколько. О! С первой. Да. Бутыля два будет. А два бутыля это 10 литров. Ну еще давайте здесь посмотрим. Ну и здесь немножко тоже. Холодно, ребята. Холодно, еле идет. С этого это березки еле. Вон с тех хорошо идет. С толстых. Как-то так. Отлично. Отлично, ребята. Сегодня сделаем квасочек. Переливаем мы. Тихо, 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 осторожнее, Андрюш. И покажем мы вам, как мы делаем квасок с березового сока. Ты, Андрюш, попадай это четко. Потому что она не попадает, она поэтому и там мало набралось. Посмотри, что вы ровненько. Пойдем, Миш, пока туда. Эту оставь. До полного не надо. Оставь ее. Пошли туда дальше. Вон туда иди, да-да-да. Вон там же. Нет, вон там дальше. Ну, ребят, все у нас получается. Все просто шикардос. Да, вообще. Почти полная, ребята, одна банка. Набралась, можно сказать, это больше половины. Отлично. Но вторая баночка уже у нас почти набирается. Да, две баночки получится, литров 10 мы сегодня бахнем. Сделаем вкусненькую квасок.
Ох, ребята, мои уважаемые подписчики, это будет вкусно. Очень вкусно. Вон там, и вон там еще дальнее. Ну вот, мы собрали почти 12 литров за ночь. Ну и погода, извините меня, еще снег, холодно, поэтому плохо капает. Еще одна и у нас перевернулась. Вот как-то так, ребят. В следующем видео буду показывать приготовление кваса. Ну все, на выход, ребят. Все забираем и выходим. Едем домой готовить квас. Все, выходим. Все у нас хорошо. Что хорошо кончается, как говорится. Скоро пройдет лед у нас, и мы будем рыбачить, ребята, на щуку и карася. Щука и карась. Сейчас самый цинус будет. Как-то так. Ну все, вот мы выбрались. Отлично. Все на этом. Теперь только будем готовить. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Жду комментариев, ребят. И еще раз всем пока-пока.